За все годы существования ограниченного контингента войск в Афганистане через его ряды прошло порядка 620 тысяч советских военнослужащих. Более 50 тысяч человек получили ранения различных тяжестей. 200 тысяч человек награждены орденами и медалями, в том числе 93 звания, высшим званием Героя Советского Союза и России. В настоящее время в Тюменской области проживает более 2000 ветеранов боевых действий в Афганистане, из них 49 инвалиды, 50 семей погибших ветеранов, более 80 членов семей умерших ветеранов боевых действий в Афганистане. 25 лет прошло с момента вывода войск, много изменилось в мире и в нашей стране, но в одном мы твердо убеждены, что забывать эту страницу нашей истории никак нельзя. Наши воины, верные присяге, исполнили интернациональный долг с честью, они подтвердили верность воинскому долгу и отечественным воинским традициям, проявив мужество, героизм и стойкость.